У берегов Крыма перевернулся сухогруз «Анда» Африканской республики Того. 8 членов экипажа спасены, ищут еще одного человека. Все они граждане Сирии и Индии. Спасательная операция координируется из Одессы, ее проводят украинские морские силы. Россия оказать помощь не смогла и спасателей не прислала. Авария произошла в нейтральных водах в 40 километрах от берегов аннексированного Крыма к югу от Алупки. Сухогруз вышел из Керчи вопреки штормовому предупреждению. Судно перевозило пшеницу. По предварительной информации, корабль перевернулся из-за смещения груза во время сильной качки.